пришлось испытать на прочность, повод не видно вопросов журналистов, будет ли каждый из них баллотироваться в президент. Президент ответил, в Китае пример на съезде каких-то врачей. Ответили, не сговариваясь, почти одно и то же. Сейчас послушаем. Я не исключаю того, что я буду баллотироваться на новый срок. Мы не исключаем, что каждый раз может пойти на новый. Тут премьер сверкнул очами и в ответ сказал врачам, что и я не исключаю. Да и кто бы исключал? Да вот особенно игра в тандем, это уже такая, это уже тоже такой проект, да? Но там нету Васильева, который это все организовал. Если мы играем в такую игру, вот я потом посадил своего младшего там дружка, да? А можно так сесть? А можно так сесть? Давай тогда, значит, предлагай тогда нам новую интересную серию. Ну вот, если у нас есть такое кино. Да, все бы с интересом посмотрели, были бы довольны. А теперь мы вдвоем пойдем на выбор. Выберите, кого из нас вы больше любите, да? Лишь двое не наших во власти сидят. Чтоб сделать хреново стране дорогой, один это Вова и Дима другой. Их вечный, похоже, союз нерушим. Но с ними мы тоже весною решим. По стране поднялся настоящий демократический, ну, насколько это возможно, в России бесовской шабаш. Кто нас отвечает за таким безобразием? Пушкин. Итак, Александр Сергеевич, Пушкин, граждане, бесы. Техническая была возможность проект закрыть так, чтобы его совсем не было? Да, очень легко. Предложили бабла на самом начале. Ну, 1250 евро. Ну, я думаю, да. Даже не надо никакой крови. 31 номер, как не связан со стратегией 31 Эдуарда Лимонова? Никаким образом не связан, просто, к сожалению, на тот момент было только 31 номер, а сейчас их уже 57. Выпускаем издание второе, исправленное и дополненное. Вот 50 книг 100. Да нет. 8. Ну, тоже, кстати, они прозевали. Потому что не умеют, они даже не умеют заниматься политической борьбой. Они не почувствовали опасности. Ну, все. Поскольку они зачистили всю оппозицию, там, бороться не с кем, тренироваться не на кого. Потеряли нюх. А потом поздняк уже грянет подбрасывать.